глаза. Про тебя мне шептали кусты. Герои Советского Союза и Бурятии в Улан-Удэ издали цикл книг, посвященных подвигам героев. Первый том был написан о личной жизни и сражениях полковника Барсоева. И вот сегодня готов второй. В ней рассказывается о генерале-майоре Балдынове. Эти издания вполне можно назвать эксклюзивными, поскольку в книгах присутствуют ранее никому неизвестные исторические факты. Мы хотели эти мифы немножко развеять. И в то же время ввести в научный культурный оборот достоверные документы эпохи из архивов, из семейных архивов, Центрального архива Министерства обороны и другие, которые вот касаются их биографии. Генерал-майор Илья Васильевич Балдынов после окончания войны на Западе со своей дивизией отправился на Восток, где разгромил японские войска. Восток, Запад, Шоюлган. Герой генерал Балдынов. Вот надо было, не так уж много было думать, придумать слова, но в этих 4-6 словах все, так сказать, отношение нашего народа. Тираж книги о герое Советского Союза более 2000. Купить ее вряд ли удастся, но можно будет найти в образовательных учреждениях республики. Юлия Пермякова, Андрей Дармаев. Новости дня.